начала 2018 года в полицию поступил ряд заявлений от владельцев микрофинансовых организаций по факту нападения на их офисы со стороны неустановленного лица. Злоумышленник проникал в помещение, угрожая ножом кассиру, похищал денежные средства. К раскрытию серии преступлений и задержанию подозреваемого были привлечены сотрудники управления уголовного розыска краевой полиции. Операция по задержанию злоумышленника была тщательно спланирована. Оперативники выставили засады в местах возможного появления подозреваемого. Накануне днем в Советском районе города Красноярска на остановке общественного транспорта, где расположены сразу три офиса по выдаче экспресс-кредитов, мужчина в капюшоне и с шарфом на лице ворвался в один из пунктов микрозаймов, где под угрозой ножа пытался похитить денежные средства. Однако, благодаря грамотным действиям оперативников управления уголовного розыска, злоумышленник был задержан с поличным. Им оказался ранее судимый житель города Заозерный, 1989 года рождения. Полицейскими установлена причастность задержанного к четырем эпизодам нападений на офисы микрозаймов в краевом центре. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным фактам возбуждены 4 уголовных дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция по данной статье предполагает до 10 лет лишения свободы.